Всем привет, друзья! Мы продолжаем безумный вакханалию, безумную вакханалию в Battlefield 3. С нами Алекс и Алекс. Цунами Брейн. А цунами самый позитив. А цунами Женя в Battlefield. И цунами Алекс позитив. А цунами Женя вместе с Брейном. Они играют в Battlefield. Их охуенная пати, ладно? Ёбнула болванка. А мы с тобой идем туда. Последний бой, а молодого дядю Женю. Убивает, блин, да что такое? Нас троллят, блядь. Конечно, команда проиграла, блядь. Я не буду выключать, мы будем ждать. Я буду ждать. Я не буду выключать, правда. Я умудрился 10 очков заработать. А сколько мы давайте споем. А мы играем в Battlefield, а с нами Женя. И Алекс, и где-то там бежит Брейндит. А с нами Женя, а с нами Алекс. И где-то... Нет, подожди, да. Мы все крутые в премии... Не рифмуется. Вот понимаешь, хотел я спеть, что мы все... Прости, пожалуйста, ну ты не гуф, так что зарифмовать тебе право девятый этаж. А он жив, а не как 47, поэтому. А как? Я представляю такой Алекс, короче, в трусах, блядь, с очками за 12 рублей. Я с калашом игрушечным. АК 47. Москва-Сити, блядь. Такой, ой, ебать. И такая подпись: самые позитивные игровые обзоры. Стиль рэпа, блядь. Хочешь быть им? Хочешь настоящего рэпа? А мы, по-моему, играли только что на этой карте, нет? Банданские были долины. Не банданские долины. Долины. Отправимся в долину. И мы играем в Battlefield, а с нами Женя. Позитивный. Женя позитивный. Так, ну что? Я уехал на мотике. А мы это снимаем дальше, ладно? Да. Они думают: боже, кто же сядет на этот мотоцикл? Давайте разыграем, первая тройка игроков. И наш сектор приз на барабане, блядь. Прыгаем, ребят. Кто прыгает, да, кто быстрее? Какой это террорист, прыгаем, хули. У нас тут Харлем Шейк, ёпта. У нас пати серьезная. Еее, мадафака, хули вертолет, смотри! Смотри, что делает, мать твою. Ого. Что случилось? Чего вертолет сел сюда? Он просто хочет на вечеринку. Давай, детка, танцуй, ёпта. Еее. Детка, да. Запрыгивай, ёпта. Что там вылупилось? Выходи, 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 выходи. Отлично. Как вы запрыгнули? Мы на питчинг, ребят. Хэнная пати, короче, было. В черепку, смотри, сколько. Происходит, я ебал. Я тут, блядь, бегаю один, нахуй, по какому-то ебаному ангару, тут вообще никого нет. Алекс, у нас просто веселье было, ты не понимаешь, я в ангаре. К вам, блядь, ну чего? Все к тебе прибежали, Алекс. Все к тебе, Алекс. А, ну давай. Веди нас, Алекс, веди. А куда вести-то? Тут нет никого, блядь. Покажи нам пути. Отведи меня, отведи. И вдаль. И позитива покажи. Так, хорошо. Куда ехать? Дело без тебя, земля. Ебать! Вот это угарнули, ёпта. Ого. Мою больную душу, Брейн. Какой ты меня, блядь, не прикрыл. Твой покой я ультразвуком не нарушу. Какого, где ты, где тебя прикрывать? Блядь. Я танк вообще, короче. А, это ты варишь там? Ребят, что-то я вообще не в теме. Тебя как будто, блядь, ты меня ёбнул. Я? Да. Нет, я ничего не делал. А я ползу с кем-то, с кем я ползу? Не знаю, с кем ползаешь. С Олегом мы тут спрятались в кустиках. Ну, привет. А этот вертолет маленький можно сбить с пистолета даже. Да, с пистолета писали, что можно хорошо сбивать. Пистолета сбить вертолет, вы что, гоните? Этот маленький, да. Little Bird. Блять. Это как ты в земле нахуй был, ты знаешь это? Я не знаю. О, ребят, вон, ребят. Погнали, погнали, слышь, Олег, давай в ангар.
Давай в ангар один. Подожди, подожди. Нахуй этот ангар, подожди. А куда, куда, куда? Здесь больше нет. А кто меня лучше? Вертолет летает! Так, 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 так. Гандонь его. Кого? Хуй попадешь в него, ёпты. Гандонь его. Тебе хорошо сказать? Не, я... Все, он упал. Джевелин есть? Джевелинки нету. Блядь, нет джевелин. Смотрите, он куда летит. Пиздец, какой он там летит. Ребята, давайте в ангар. Траекторию, блядь. В ангар, в ангар, в ангар. Говно. Летает, сука, дерево странное, блядь, а. У них ни джевелина, ни хуя нет. Я не доживу сейчас до ангара. Не-не-не, нормально, живи. Я не доживу. Мы тут живы, давай, ты, если что, ты тогда к нам беги. А, все-все-все, ожил. Ожил, ожил, нормально, все. А че мы тут все бегаем? Все кучи, главное, бегают в ангаре, люди. На, сучка. Ребята, вы вообще в тылы-то смотрите, ребята, нет? Стреляйте с автоматов в него, да, просто с автомата. Я с автомата, нормально. У меня было перекрестие, я попадал в него. Попадал, да. Угу. Да, так что давай. Отлично, отлично. Бывает попадаешь, бывает, конечно, не очень. Давай, сдыхай, сучка. Давайте попробуем тактику так. Пробегаем по очереди аккуратно. Давай, 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 давай. Ёптите, слушайте, какой-то хуй, блядь, по базе бегает. Сейчас, 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 сейчас. Только... Эпики, мазафака. Где, какого хуя? Ребята, вы что делаете? Это он вас один валит всех. Кто? Никто нас не валит. Живи, Олег, живи. Живи, Олег, живи. Ясно, ему дождь, блядь. На этом в ангаре бегает. Быстрее, быстрее, быстрее. Вот валите его, ну вот же бегают же перед вами прямо. Я тоже ёбнул. Красавчик. Ну вы даёте. Алекс, главное, говорит, валите, валите, а сам, блядь, где? Валите, валите его, главное. А я помог его ёбнуть, а он меня убил, сука. Смотрите, смотрите, где он? Смотрите, ребят. Где он? Кто-то есть. Ебаный. Граната, дебилы, граната! Оживили тебя, блядь. Олег, ты ж смотри, там граната была. Там охуенная пати. Похуй, я уже живой, блядь. Спасибо, что живой. Спасибо Петру, говорю, он тебя оживил, да? А, да, 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 Петр, я век тебе благодарен. Скажи за то, спасибо я... ты Петру за то, что и он Петр, тебя... что живой я. Спасибо, Петр, что живой. Как тупо, блядь, и как смешно, охуеть. Почему он в стену стреляет, а? Там танк приехал вражеский. Сука, на тебе, блядь. Он меня кто-то оживил. Это Петр был. Ах ты, Петрюнька, блядь. Так, ах ты, Петр. Ах ты, Петр, и опять с танка завалили. Блядь, где? Какого хуй? Какого? Что ты будешь делать, да? Что так пугаешь-то, а? Я упал, блядь, с крыши, да? Саша, ну так, я свой, свой, тихо, да, извини, извини, свой. Ребята, там джевелин просто. На другой стороне, короче, бегает. Возле склада, послушайте, танк катается. Это раз. Вертолет на крыше, и двое бегут с двух ходов. Учтите. Окей. Угу, потому что меня убили, я в курсах. Уже танк я вам пометил, так что давайте говорим его. Один, да, а как насчет танка? Хэнэ пати, да? Плюс сток уверенности. Ой, блядь. Хорошо, хоть запахов не передаю. Батла, блядь. Почувствую запах батлы, блядь. Это было как бы это было круто, это, блядь, скорее всего, да. Сейчас играли в батлы и были бы запахи. Я думаю, это очень круто было. Ну, кто кого завалил? Я. Чё случилось? Подожди, Алекс, как тебя убили? Меня не убили, я живой. Как, а кого убили? На, сука. Я сверху бегаю, смотрите. Я по крыше, я на крышу залез. Понял. Ребят, к вам... На, падла, блядь. К вам кто-то очень эффектно на мотоцикле прям в ангар заехал. Это нормально вообще, в принципе? Там танкист и этот пехотинец какой-то, короче. Ребят, нахрен вы живы? А, вообще-то да, спасибо. Чеги, да, молодцы. Все бегают, как на ивенте прям. Это тренировка, короче, перед серьезным боем. Ребят, на крыше они поставили точку дислокации, учтите это. Поэтому советую, с той стороны склада можно добраться. А, вот я как раз попробую туда сейчас добраться, попробую, во всяком случае. Рискнем здоровьем. Похуй, ладно. Я сделал вывод. Алекс все обобщил, короче, похуй, ладно. Это как ютуберы. Ну что, ребята, давайте перейдем все наши миллион каналов на новый дизайн. Похуй, ладно. Алекса надо было точно в ютубера брать. Да, в эту главнокомандующий ютубер. Ножа ёбнули. Так, ребят, меня кто, в ангаре кто, ебанул кто, с ножа. Кто? Ник, скажи. Дай бог, это опять этот. Этот Виктор опять этот сраный, а? Блядь, да я все понял. Он, блядь, да, давай его ёбнем, а? Он мне запал уже походить с тех... Урод, если я тебя, блядь, отыщу здесь, я тебя уебу, блядь. Давай я наверх пойду.
совсем что охуел, блядь, она ходит нахуй с ножа в тебя, блядь, тыкает. На, сука, понял? Вертолет, вертолет, Олег, вертолет, вертолет. У меня нету этой... Дислоцирует врага на крышу, смотри, 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 на крышу. Подожди, 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 сейчас. Не могу, убили. Сзади, сзади, сзади. Тебя зарезали, походу, блядь. Вот, а я тебя... А, Виктор зарезал, да? А где, где, скажи, скажи, где он? Да на крыше он бегает. Он же по крыше бегает, да? Да. Там их двое. Скоты поганые. Они свой это перестали, передатчик или что-то такое. Мотоциклы ездят прямо по ангару. Прямо по ангару, блядь. Ребят, вроде бы с нами играют люди, и я смотрю... Народ, ты что ж со мной-то постоянно пишешь? Нихуя никто не делает. Разбредитесь по ангару, поэтому разбредитесь. Вы что ж... То есть толку это просто мясо, понимаешь? Просто мясо, фраги, блядь. Да, просто мясо, ни о чем. Я понял. За нами бегают и все, и просто мясо. Внизу, внизу, внизу! Ребята, 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 ребята. Где конкретно? Внизу, короче, с... Режет с ножа нас, сука! Блять, перезаряжать! Я уебнул нахуй! Справа, справа! Да, сука! Давай, давай, давай! Чё-то все в кучу собрали! Хули вы толпитесь, дебилы, блять! Ребят, ну это не серьезно, вы толпитесь в одну дверь все! Что ты, идиотизм? Да почему они постоянно все за мной бегают? Да что ж, блять, по пятам-то вы... Не надо за мной бегать, я уже от вас пытаюсь удрать, они за мной бегут, блять! Это ужас, все в одной куче, шесть человек, блин, одного человека убивает! Какая жесть, ну никакой, хотя бы хоть как-то помогает, да? Хочешь, с ангара танк едет, танк, танк, танк! Там танк приехал сразу, блять, я хуею, а? Алекс, давай! Сейчас загандошим, ребят. Ой, свой, свой, погоди, погоди, погоди. Блять! А, это свой. Давай, Олег, я один раз выстрелил, он... Я давай, тоже, все, машина выведена, я вывел, давай. Ты последний, ты добивай. Видел, да, вижу, 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 вижу. На, сука, на! Да, нет, попал. Охуеть. Блять. Попал, сотка. Не-не-не, сейчас я въебну. А как была сотка выведена из строя, машина была? Все, 55, да. Да, деточка, 55 дали. Охуеть. Ебаный, я его ебну. Вот это нормально. Так, блять, что произошло? А, я этого Виктора убил, блять. Блять, он только, он собрался резать, по-моему, там анимация была. Да-да-да, я его нахуй... Алекс, спасибо тебе, Алекс. Ты просто король, блять. Нормально, все, все хорошо. Охуеть. Так, ребята, 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 вангар, вангар. Слушай, я... Сзади тебя, Алекс, за что, прикрою сзади. Блять, ребята, вас гандошат как... Прикрою попец, давай. Блять. Блять, что там происходит, а? Это неправильно, что вы сели, и тут флаги надо захватывать. Сидят себе и... Блять, просто бегать, 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 бегать. Ребята, по базе бегать. Завалили, короче. Бегать по базе. Да, по базе с ножа меня завалил. На выходе, химиль. Опять этот мудак бегает с ножа. Уже... Алекс, скажи все, что ты думаешь, да? Я не могу просто. Ну зачем он это делает? Ну вот зачем, скажи мне, ёпта. Ну это понт, понт. Понты просто, это обычный понт, Алекс. И всех убивать с ножа. Если бы я мог тоже так бегать и убивать, то я бы тоже убивал, наверное. Просто понт. Это просто понты. Да, ну это глупо, мне кажется. Дешевые, дешевые понты просто, школьник. А со мной кто-то... Тоже, да. Я тоже так. Бля, вот он. Режь, на, на, сука, на, блять. Бля, отлично. Гандошили, короче. Блять, мины, ребята, на входе мины лежат. Учтите это. Да, да, на одну уже. Да что за говно, а? Я наступил уже на одну, я все, все. На вход к ангару танк и... Нет, слушайте, ребята, 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 на базе наверху бегает. На лестнице наверху бегает враг. Я понял, понял. Так что будьте внимательны. А он немец, какой-то гер, блядь, хер-майор, блядь. Он да офицер, он... Сейчас где наверху конкретно? Вот она вот духа Страмштайн. Вот это вот, Олег, где ты прям бегаешь? Виктор же свой опять убил, заколебали, а. Блять. На, сука, на, гнида, блять. Я его убил, Виктора, это Виктор СВ вот этот. Блять. Уже. А мне никто не оживит, охуёво. Я не могу, я потом переключу класс, будем. Хорошо, 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 ладно. Самое главное, только живи. Вон, заехал, сучка, заехал, я вижу, блядь. Заехал, давай, давай, внутри катается, вот иди. Вот, вот, внутри по складу катается стерва, блядь, мудоёбская. Блядь, ты видишь его, нет, где он? Да, вижу, вижу я, вижу его. Он прямо, блядь, на мотоцикле заехал, да? Да, все, готово. Ёбнули, да? Одного, да. Завалили, завалили на мотоцикле. Так, ребята, маневрируйте, просто бегайте, маневрируйте. Туда-сюда, не стойте на месте ни в коем случае. Здесь нельзя стоять никак вообще в такой ситуации, особенно с такими игроками, сучка. Блин. С понтлявыми, поэтому надо бегать не заниматься. Надо, надо, надо постоянно в движении быть, потому что такое происходит, что тут хуй сообразишь, кто... Сзади, сзади, Алекс, сзади, сзади, сзади. За, блядь! Я убил его, Алекс, химуля, все спокойно. Убили, убили. Убил, все, отлично, это уже свои, блядь, я... Блядь, сзади, сзади, хер бежит, хер, хер! Хер майор, блядь. Хер. Я убил еще кого-то. Нокс хер, какого-то. Хер. Хергер, блядь. Алекс от страха аж хергерами называет. Ты представляешь, двоечек бегает, а? Ёбаный ах, ты фашист спорта. Фашист спорта бегает. Вы представляете себе, я фашист. Наверху на этажах, на балкончике. Еще раз Виктор убил. Он еще раз хотел зарезать.
Савчик. Гитлер капут, понял ты, придурок. Где ты там, нахуй? Хермайор, блядь. Хермайор. Ты охуенчик вообще был. Ты по красоте душевный. Это ужас какой. Так, ребят, не стойте. Вы же сами себе ловушку сделали. Они теперь отсюда не выйдут, блядь. Меня прямо нахуй на базе завалил. Опять с ножом, что ли? Наверное, да. Из автомата. А, бегает внизу, смотрите, хмырь. А, его уже ёбнули, отлично. Я на крыше, что пошел, попробую оттуда посмотреть, может там. О, наверху пасется скотина. Наверху Хемиль бегает. Блин, там... Сука, я вывел его, из него вышел, чел убил меня. Ну, по крайней мере, было эпично. Вот он. Да ты же, сука, блядь. Я переключу это говна кусок. Алекс, поменяй себе пушку, не парься. Угу. Не переживай, все будет. Не-не, все нормально, нет, у меня все было хорошо. Все, я беру медика, короче, сейчас я буду вас оживлять. Живите только. Только живите, да? Спасибо, что живы. Я на базе, Ребятки, просто бегайте, они появляются спонтанно там вообще. Да, да. Тут еще танки просто. На крыше. На крыше есть, там сидит один, да, постоянно причем сидит. Погодите, все, зашел, смотрите, зашел. Давай. Гандон, а иди сюда, тварь. Иди сюда. Где? Блядь. Алекс, сзади. Нет, сверху спустился. Не оживляй, кретин. Не надо. Какого хуя? Сверху спустился, блядь. Я же его убил уже, нет? Живой еще? Не, живой, бегай. Я его гандонил. Блядь, гандонил. Кто с тебя мотоцикл-то пригнал? Что за кретинизм у вас там, ёпта? Блядь, что за идиотизм, а? Так он еще в дыму весь, блядь, вообще не да отъедь ты с мотоциклом со своим нахуй отсюда, блядь. Что ты делаешь? И смотри, сука, у входа встал, блядь, смотрит. Че я не удивлен-то, ёпта? Это ужас какой-то, вообще полный хаос, блядь. Блядь, что происходит? О, спасибо, кто убил, молодцы. Спасибо, что убил, да? Не, там бежал, я не прикрыл чувак спину. Вот это за это спасибо. Это наши. Тихо, не агритесь. Спасибо, центр, за это. Спасибо, центр, за это. Кто-то пел, да. Ой, Женя, что-то мне не хочется уже ивент проводить, если честно. Я просто эту чушь собачью вижу, и мне уже не хочется. Будет бакханали, а? Это мы еще не в ивенте, вы представляете, это так, люди просто чисто случайно обнаружили, что мы играем. Так опять, сервак же нагнется опять, Battlefield. Они уже... Нет, ну, во-первых, тут эти люди себя, мягко говоря, неадекватно ведут. Они все в кучу нахуй сбиваются и не поймут, что делают. Вот, это получается, да. Во-вторых, это просто неинтересно, когда все стоят в кучу и хотят, чтобы их сняли, понимаешь? Отойди. А я тебе говорю, слушай, прикинь, мы сейчас берем. Я Олегу говорю, отойди, а он мне говорит, отойди ты, ёпта. Убейте его. Убейте его, пожалуйста. Опа, на крышу полез. Ты мне скажи, где он? На крыше. Есть, убили. Блять, меня кто-то... Ребята, сзади режут же, нахуй. Нахуй, сдохни, сука! Сколько ему жизни ты оставил? 50%? Я его и ножом, блядь, и дефибриллятором хуя. Я уже как мог, блядь. Как мог, короче. Уже чем было, тем и бил. Ты его, блядь, зарезал, потом оживил. Только Алекс, блядь, только позитив, короче. Только хардкор, блядь. Только зарезал. Потом заживил, говорит. Хуя, сижу. Ой. Я в каких-то, блядь, оказался горах, тут сука, вертолет летает. Он валяет, сучка. За нами, походу, Алекс. Здесь вертолет сзади нас, Олег. Ты на крыше хуй, блядь. Скачил, блин. А это кто такой? Блядь, я его закинул на ящики каким-то боком. Что за говно? Хуй, вы постоянно бежите за мной, не надо за мной бежать. Ребята, мы же палимся в сверху тут бегать. Ребят, может, уйдем с этого склада, как вы думаете? Может, не будем, нам флаг надо захватывать? Может, не будем на складе сидеть, как ебаные мыши, чтобы нас пытались убить все время? То есть мы загнали себя в ловушку, блядь, и ждем гостей оттуда. Зачем? Вертолет. Может, уйдем оттуда? Блядь, меня опять ёбнули, я хуею. Это нормально, Алекс, ёпта. Это хорошо, Алекс, это прекрасно. Да? Нет, я даже стрелять не успеваю. Майор, блядь. Я даже стрельнуть нихуя не успеваю. Я Хермайор убил, но и Хермайора тоже убили. Хермайор хера, блядь. Хер-генерал. Хер-генерал. Я хер-генерал.
Бля, это ужас какой-то. Блять. Я слышу сзади звуки мотоцикла. Вольня конкретно, все в кучу заколебали. Ты понимаешь, вроде бы многие за нас играют, да? Вот многие вроде бы как играют за нас, но что-то я не вижу этого. То есть толку нет вообще никакого. Че, друг, ты делаешь? Да не сяду я к тебе, блядь, на мотоцикл, не старайся. Иди. Максим, 1-2 человека играют, остальные дерьмом страдают. Ох ты! Ух, какая-то вертолетная война, вы это видели? Ёпта, я хуею, блядь. Да не надо перед мной кататься. Скотина. Вот, все, наконец-то завалил так говно. Сейчас Алекс охуенут, короче, с вертолета, блядь. Это нормально, сучка. За мной... Блять. Я не добежал чуть-чуть до ангара. Ёбнули, да? Я так, сука, усиленно, блядь, нахуй бежал. О, меня... Спасибо, ребят. Ребят, чё вы толпитесь? Куча, ну это же глупо. Да бегу, хули, ёбта. Хули они куча-то толпятся-то. Убить? Блять, нет, патроны ебанули нахуй, а мне и в танка ёбнули. Не, ребят, это тупо, это я вам говорю, что это тупо. А вы увидите потом в комментах какой-то дебилизм, блять. Они стоят на танках, контролируя все входы и выходы, а вы как крыса в этот ангар, блять. Это смешно, реально, ну что поделаешь. Слушайте, ребят, там в ангаре чувак с арбалетом стоит нахуй наверху. Да, я видел. Арбалета, отметьте это, ёпта, да. Все хвалят и стоит на арбалете. Да не нахуй, это не игра, ёпта, я хотел поиграть, повеселиться. Это, блядь, чушь собачья какая-то, если честно. Не дают вообще проходу просто. Да, это я под сомнением насчет ивента проведем, и потом нахуй эти ивенты. Один раз попробуем, а потом все. Да, попробуем один раз, а потом. Я не знаю, что из этого выйдет в итоге, конечно, но мы, по крайней мере, мы хотя бы попробуем. Вы, да? Ну, если ты будешь с нами, мы будем очень рады. Я буду, конечно, с вами, да, естественно. Если я... Смотрите, опять же, повторяется, нас убили, мы все бежим, как послушные мыши в этот ангар. Ну, зачем? Зачем? Я чисто хочу... Блять. Вот с той стороны, короче, танк. Вон танк стоит. Танк. Ребята, не надо. Понял. Танк, давай, валим. Нормально, там мы наверху стоят эти. Как так? Я же в него попал два раза, у него сотка. Наверх, ребят. Не. Это самое, зайдите в ангар, там, блядь, поднимитесь нахуй наверх. На, сука, блядь, во, получил. Сделал, Валик? Да, я вырубил его, короче, с танка этого. Ваша команда сплотна. Хорошо, я предлагаю закончить эту серию. Я тоже предлагаю на этом эту серию закончить и, может быть, пойти еще на какой-нибудь еще фирму. Да, хорошо. Все, пока-пока. Все, пока-пока.